Привет, друзья! Сейчас я хочу рассказать немножечко о пассивном доходе, что это такое. Пассивный доход – это то, что идет нам независимо от того, работаем мы или нет. И это здорово. И для чего нужен пассивный доход? Ну, лично для меня пассивный доход нужен для того, чтобы давать мне свободу. То есть, смотрите, вот сейчас я нахожусь в Карачаево-Черкесии. Вот там у меня за спиной Абхазия. То есть, вот мы очень-очень высоко находимся. Мы приехали сюда из Геленджика. Почему мы это сделали? Потому что, ну вот, да, еще недавно мы совсем ездили в Петербург и Выборг. Мы были с другой стороны, буквально на границе тоже с Финляндией. Потому что нам очень нравится путешествовать, мы любим путешествовать. И для чего нужен пассивный доход? Для того, чтобы получить свободу. Вот что главное. Главное – это свобода. То есть, смотрите, мы сели в машину и поехали в Петербург, в Выборг. Мы там были столько, сколько нам нравится. Мы остались в Петербурге на одну ночь больше там. Вот, потом, потому что нам там понравилось. Потом, через некоторое время, мы уехали на юг. Ну, сначала мы заехали в Геленджик, там искупаться. Но, честно говоря, там попса вот эта вот, она нас немножечко расстроила. И, в общем-то, мы искупались. Да, и условия там не очень хорошие, так сказать, там... Ну, туалет на улице, ванна на улице, душ. Ну, для Советского Союза это нормально, но мы уже привыкли к более высокому комфорту, поэтому, да, при этом все страшно дешево. Вот тут вот без разговоров. Вот, ну, вся эта попса нас замучила, и мы поехали сюда, в Домбай. Домбай – это великолепно, друзья мои. Вы видите, как это здесь красиво. И здесь как раз наоборот, нам так понравилось. Мы таких мест, ну, мало где видели. Мы были в Турции, например, да, там тоже было очень красивое ущелье, мы там гуляли. Это неизгладимое впечатление, но то, что мы видели вчера вот здесь в ущелье в Домбае, это, конечно, намного интереснее. Ну и вот сейчас вы видите прекрасные горы, здесь снег рядом совсем. Все очень-очень здорово. Поэтому мы здесь решили остаться на одну ночь лишнюю. Хотя, в общем, сказать, нам надо возвращаться, потому что детей надо отправлять, ну, на учебу. Марина у нас улетает в Чехию. Вот сегодня как раз нам удалось наконец купить билет до Праги для нее. 3 сентября она улетает, то есть мы приезжаем домой 31 августа и 3 сентября отправляем ее уже в Чехию на учебу. Вот. Ну и Кирилл будет учиться. Ну а соответственно мы уже будем дома, наверное, заниматься там своими делами. Вот. То есть пассивный доход – это хорошо, и мне, что вот, так сказать, как бы моя цель, чтобы пассивный доход обеспечивал нам свободу путешествий туда, куда мы хотим, и кажется, вот это уже совсем-совсем близко. Для этого нужны не такие большие деньги, не такие большие вложения. А о том, как я это делаю, я рассказываю на своем канале на YouTube, поэтому оставайтесь на моем канале, поставьте лайк и до встречи. Я рассказываю о том, как я добился пассивного дохода. И это не только деньгами. Вот что важно.